две игры или одна тренировка? Две игры. А большие площадки или маленькие? Маленькие. Почему? Быстрее все. Клубная база в Магнитогорске или в Лонг-Айленде? Здесь нету клубной базы. Значит, в Магнитогорске. Тренировочка только. В Магнитогорске нет тренировочной. Это только игровой. Предматчевый сбор в Магнитогорске или утренняя раскатка в Лонг-Айленде? В Магнитогорске. Здесь очень далеко добираться везде. 13% налог на зарплату. Там? Хорошо. Проехали. Рокфеллер-центра или Рокфеллер-центра или памятник первой палатки? Первой палатки. Но рождественские праздники в Америке или Новый год в России? Новый год в России.